вы производите впечатление очень спокойного, уравновешенного человека. Я неспокойный и уравновешенный человек. Я так поняла, что вас какое-то время назад расстроило высказывание Ксении Собчак. Я просто понял, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Какого размера потери понесла ваша компания? Это недостаточно, чтобы обанкротить мою компанию и меня. В инстаграме вашей дочери Виктории меня заинтересовал один снимок. Но это ваш сын, я так понимаю. Не надо завидовать. Это ваш секрет. Меня можно обвинить во всем. В наркомании, в алкоголизме, но не в этом. Я прочитала новость про детское Евровидение. Будет вам радио, будет телевидение, вы только пойте. С этой встречи ушли Макс Фадеев и Мина Галаров. О проплаченных ботах я не собираюсь вообще обсуждать. Ну вот такая, Игорь Яковлевич, у нас студия. Ну, серьезная студия. Вы в Ютубе. Для Ютуба. Да, первое такое ваше интервью в Ютубе, я так понимаю. Ну, такое, второе. Всем привет! Сегодня у меня в гостях очень серьезный человек, крутой человек, как вас, наверное, все представляют. Игорь Яковлевич Крутой, продюсер, музыкант. И я бы еще вас назвала махиной такой российского шоу-бизнеса. Басков говорит, что я топор российского шоу-бизнеса. Почему топор? Ну, он встретил мою жену как-то в Нью-Йорке и говорит, я бы с тобой роман разыграл, но если бы не этот топор российского шоу-бизнеса. А вам самому вот такие определения вообще импонируют? Вы человек с юмором вообще, я знаю. Да я не обращаю на это внимания. Какие-то ярлыки там или... Я увидела какое-то время назад, что вы завели Инстаграм. Да. А вот зачем вы это сделали? Ну, прежде всего, это такая площадка для раскрутки музыкального материала. Я все-таки, прежде всего, музыкант. И в момент, когда нишевые каналы достаточно критически смотрят на новую музыку и на музыку для более взрослого поколения, а на федеральных каналах, в общем-то, исчезает музыка, кроме там каких-то дней милиции, дней Росатома и сельского хозяйства, то нужны новые какие-то площадки, платформы для раскрутки музыки, и это, прежде всего, та задача, которую я перед собой ставил, развивая свой Инстаграм. Но я вот заметила, что вы его развивать начали разными смешными, да, достаточно там видео какими-то прикольными из какой-то закулисной жизни ваших коллег, где прям их там полили за разными занятиями. Очень хочет ей помочь, и небеса. Кто-то вообще возмущался, просил удалить. Басков в Минском аэропорту вообще рванул разбить телефон. Игорь, ну ты нормальный вообще человек? Нет. Уже нет. Отдай телефон! Уже нет. Ой, что от тебя ожидает? Сейчас он тебя набросится. Я тебе новый подарю. Уйди отсюда! Мы катались по полу. То есть не постановка была? Нет, какая постановка? Я тихонько включил и держу. Ну вот он рассказывает там какую-то внутреннюю информацию Лазареву. И потом вдруг он понимает, что все это я снимаю. И начинает пытаться выбить телефон из рук. В итоге мы оказались на полу. И 1,5 миллиона просмотров у Лазарева, который снимал. А потом при повторе там и у меня 1500 там было. Не, мы катались по полу, умирали со смеху, вся компания умирала. Это было как раз после моих юбилейных концертов в Минске. Мы только приземлились в Москве, это было в аэропорту, да. И первый звонок был от Галкина. Что там происходит? Что произошло? Все умирали. А есть такое, что вы хотели выложить, но решили у кого-то спросить и вас попросили не выкладывать? Ну, хоть с кем но связано, я, что-то. Но я ведь я не беспредельничаю. Мне, конечно, хочется все поострее сделать, там, где не касается музыки, а какого-то закулисья. Но вместе с тем я спрашиваю так, чтобы людей не подставить. Ага, ну кто хотя бы просил, не выкладывал? Не скажу. Понятно. А вот как вы оцениваете состояние вообще, период или этап российского шоу-бизнеса, который сейчас? Ну, его нет просто. Почему? Нет гастрольной деятельности. Она прекращена в связи с пандемией. Или я что-то новое сказал?
Нет, это не новое. Гастролей нет, концертов нет, съемки сведены к минимуму. Вот, поэтому говорить о том, что шоу-бизнес развивается, можно только в таком аспекте, что тот, кто может себе позволить, продолжает работать в студии и готовится к более светлым временам. Существуют какие-то корпоративки, но не для первой обоймы, потому что взят средний уровень гастролеров, у которых средние гонорары, а первая обойма, которая не хочет опускаться до уровня средних гонораров, сидит лучше без работы. И куда это все выведет? Или же первая обойма спустится на гонорар средний, или все останется так, как сейчас? Ну, непонятно. Но не самые светлые времена для артиста. Потому что надо сохранить содержание коллективов, танцевальных, музыкальных, аккомпанирующих. Не каждый может себе это позволить. А у меня арсовская компания «Арс» получает зарплаты и получала все это время. Угу. Минута в минуту. Потому что, как поется в песне групповых насильников, если радость на всех одна, на всех и беда одна. Пришла беда, надо поддерживать друг друга. Ну вот я вижу в то же самое время, что чарты музыкальные все равно переполнены какими-то новыми именами, рэперами. Вот вы все на все это смотрите, человек, который начинал, когда в моде была совсем другая музыка. Вам все это нравится? Не все мне нравится. А что нравится? Мне нравится Джонни. А вот Моргенштерн, например. Ну, это для меня слишком. Для меня слишком. Я в любом успехе, я пытаюсь анализировать любой успех, потому что просто так не может прийти успех. Поэтому я пытаюсь понять, за счет чего пришел успех, за счет чего приходит народ в кассы, покупает билеты. Ну, при всем том, что сейчас минимум гастрольной деятельности. За счет чего просмотры, за счет чего хит-парады. Я пытаюсь это анализировать. Но в большинстве случаев я понимаю, откуда ноги растут, куда приходит все. И насколько долго это большой вопрос. Потому что все-таки время небольших звезд, небольших песен. Боюсь превратиться в брюзжащего старика, который вот в наше время, вот там, да. Не хочу. Другие времена, другие песни. И вместе с тем есть успех, но успех небольших звезд, небольших песен, которые вспыхивает, кто-то на этом зарабатывает, включая их продюсеры. Потом погасают, потом новые также вспыхивают не вот так, а вот так. Ну, тот же ТикТок, например, вы смотрите, там же миллионы зарабатывают все эти там молодые звезды, блогеры, которые записывают. И слава Богу, не надо завидовать. А если завидовать, то надо завидовать красиво. А почему вы про зависть сразу красиво сказали? Ну, просто артисты старшего поколения, им сложно понять успех молодежи, когда выставляется песня в Инстаграм, и не надо ходить унижаться перед всеми радиостанциями и программными директорами, и не надо бегать по федеральным каналам и упрашивать «возьмите меня в эфир», а просто выставляется песня, и к утру там миллион просмотров или там 5 миллионов просмотров. Поэтому в принципе, вначале рождается зависть, а потом человек. Ну, видите, и это обречено на зависть от артистов старшего поколения. Но вместе с тем это существует, и не признавать это невозможно. Но вы видите, что все звезды старого поколения, ну, даже я не говорю старого, более-менее современного, все рвутся в этот ТикТок. Вот наблюдайте за этим, как вы к этому... Ну, мне Басков говорит, стал хвастаться, вот у меня 6 миллионов просмотров, вот у меня то, вот у меня все... Я сижу, говорю, может, после Инстаграма мне и в ТикТок. Ой, не, тебе не надо. Тебе не надо. Я все-таки какой-то... Может, я в их понятии, как Леонид Утесов, я не знаю. Но он говорит, не, тебе в ТикТок не надо. Ну как же, у вас была коллаборация с Егором Кридом. Малая в Америке зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. В принципе, все должны понимать, кто такой даже там, в ТикТоке или в Ютубе в том же. Ну, ТикТок не для меня. А в Ютубе вы что-то смотрите? Вот интересно, что смотрит Игорь крутой, что ему нравится? Свой Ютуб. Свой Ютуб-канал? То есть все остальное вы не... Ну так, иногда что-то. У меня, если я буду все это смотреть и за всем наблюдать,
У меня не будет времени ни на творчество, ни на личную жизнь, ни на посещение театров, ни на читку книг. Ни... В конце концов, мне интересна политика. Политика вам интересна? Мне интересно смотреть, как, что, откуда, как разруливается то или ино... та или иная проблема. Это означает, что вы как-то собираетесь тоже в эту отрасль? Нет. Это ничего не означает, но я отец, я дедушка, мне не все равно, где будут жить мое поколение молодой моей семьи, где, как, что, какие опасности. Опасности сейчас больше для них, чем для нас когда-то было. Вот вы производите впечатление очень спокойного, уравновешенного человека. Я неспокойный и уравновешенный человек. Я неспокойный. Ага. Периодически ваше имя все равно появляется в центре каких-то скандалов. И вот буквально накануне... Когда? Буквально накануне, когда я готовилась, я прочитала новость про детское Евровидение, про девочку, которая победила, Софья Фиськова, и массу публикаций о том, что она победила нечестно. Во-первых, это организовано все. Кем? И не заставляйте мне говорить, кем это организовано. Это первое. Второе. Любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Это второе. Третье. Я никакого отношения к Евровидению детскому не имею. Это принципиально моя позиция. Я не садился в жюри. Ага. Я отдал на откуп молодым ребятам, членам жюри. Члены жюри были определены только в последнюю минуту, для того, чтобы на них не могло оказываться никакого давления. Сидели они в разных местах. Оценивали это сумма их оценок. О проплаченных ботах я не собираюсь вообще обсуждать. И кто как организовывал давление в интернете. Поэтому есть вопросы. Обращайтесь в органы. Во всяком случае, моя команда обратится сейчас в органы. Будете обращаться в полицию? Ну, если будет продолжаться такая травля, то будет обращаться в органы, чтобы понять, кем организованы, чтобы вывести все это на чистую воду. Кто из родителей переусердствовал? То есть вы подозреваете кого-то из других участников? Все. Я все сказал. По этому поводу вы больше... Я все сказал! Тут ведь еще речь не только о том, что обвиняют там в чем-то нечестном, а говорят о том, что в таких конкурсах в основном побеждают дети состоятельных родителей. Дело в том, что родители девочки, которая победила, ниже среднего достатка. Ниже среднего достатка. Поэтому в этом можете не обвинять. А как вы вообще относитесь к этим историям? Когда родители, у которых очень много денег, отправляют своих чад вот на такие конкурсы. Я плохо отношусь к этим историям, но вместе с тем, если рождается талантливый ребенок в благополучной, обеспеченной семье, почему он не имеет права на биографию свою творческую? Почему? Ну, почему не имела права Алсу заниматься пением? Если она поехала на Евровидение и заняла второе место, по-моему, она заняла, да? Ну почему? Это уже не касалось ни Лукойла, ни ее отца. Это было ее выступление и оценка Европы, оценка ее творчества. Ну почему она не имела права? От того, что у папы есть деньги, это неправильно. Ну вообще я нехорошо отношусь. Почему? Потому что понятно, что в неравных ситуациях, ребята, когда есть возможность отснять дорогой клип, записываться в хорошей студии, брать музыкальный материал именитых авторов, и не просто именитых, которые на сегодняшний день на плаву и в состоянии написать хит, и в состоянии оплатить этот хит, понятно, что это стоит денег. И дети изначально оказываются в неравных ситуациях. Поэтому я не очень хорошо к этому отношусь, но это не значит, что это не имеет права на жизнь. Ну вот вы, когда дети приходят в вашу детскую академию Игоря Крутого, с ним проводится какая-то работа, узнают, кто это, что это, их как-то вот производится какая-то... Талант. Именно? Талант. Только по таланту? Талант, да. Те, кто не могут оплачивать свою учебу, учатся бесплатно, но талантливы при этом. То есть все расходы берете вы? Да. Уровень талантливости уже обсуждается во время прослушивания командой педагогов, которым я доверяю. Но я рассчитываю, что в ближайшее время это будет большое событие. Мы смогли получить здание в центре Москвы, в самом центре, рядом, недалеко от детского мира. И
огромные классы, и есть возможность заниматься и хореографией, и музыкой, и инструментальной музыкой, и быть инструменталистами, и вокалистами. И есть классическая музыкальная школа в рамках академии, и набранный очень серьезный педагогический состав. Я рассчитываю, что это превратится в такой музыкальный центр не только Москвы, а и страны. С талантливыми детьми, у которых нет средств, понятно. Для всех остальных сколько стоит обучение в школе, в Академии Игоря Крутого? Ну, я не помню расценки, я просто не влезаю так глубоко в этот процесс. По-моему, обучение на месяц, ну, там зависит много от индивидуальных занятий, по-моему, 18 тысяч рублей. Угу. Не самые большие деньги. Но есть наверняка конкурс, значит. Не, конкурс есть, но определение только талант. У меня еще вопрос, почему в последнее время вы акцентируете свою деятельность именно на детском шоу-бизнесе? Ну, если честно, мне это интересней. Мне это интересней уже стало после того, как у меня родилась Саша, младшая дочка. После того, что я стал принимать участие в проекте «Ты супер», потому что там реально сталкиваешься с бедой, с детской бедой. Прочитав, какая история за каждым из детей, просто хочется... Знаешь, иногда зовут на какой-то шефский концерт, к какому-то празднику, например, в онкологический центр на Каширке. Просит: Игорь, приди, там, спой к празднику, к новогоднему, сыграй что-нибудь там. И я ни разу не отказал. Я просто иду, у нас, видимо, подсознательно есть ощущение, раз ты туда пойдешь, ты отведешь от своих, от своей семьи, отведешь какую-то беду. На автомате я понимаю, что это никак не касается и не соприкасается одно с другим. Но я иду отдать свой какой-то долг и для этих отчасти приговоренных людей, дай бог, большая часть из них выздоровела, я иду и выступаю всегда. А здесь, мне кажется, чем мы больше внимания уделим деткам вот с такой непростой судьбой, тем мы от своих детей уведем какую-то беду. Тоже на подсознанке какой-то так работает. Но эти дети, они заслуживают вдвойне внимания, счастья и тем, чтобы ими занимались и помогли в судьбе их. А вообще дети мне интереснее, потому что... Ну, не так, как сейчас вот на Евровидении, когда вдруг какие-то нарывы повскрывались, и родители стали шашки на голову, кто больше сделает. Я понимаю, что это существует вообще практика на Евровидении, организовывать там звонки. То, что произошло на «Голосе» тогда, скандально известном. И это не убрать, можно просто менять систему. Первый канал изменил систему голосования. Да, я думаю, что после этого года будет пересмотрена система голосования. На сегодняшний день она была такая, Евровидение. Вот. Я думаю, что тоже надо будет пересматривать, потому что эти скандалы не нужны. Чтобы родители соревновались, кто из них больше сделает сообщений, кто из них лучше проголосует. Это другое первенство начинается, это первенство родителей. А если за кем-то из детей еще что-то где-то стоит, то это проблема. Этот вопрос будет решен. Сейчас пройдет все это и будет решен этот вопрос. Вот у вас у самого подрастают внучки. Вот если они придут и скажут, мы хотим быть певицами, вы их возьмете в свою академию? В академии, может быть, я и возьму, потому что не просто может быть, а возьму. Но я, если я понимаю, что это не станет их профессией, то даже для общего развития заниматься музыкой – это хорошо, даже если ты уйдешь в бизнес. Даже если ты будешь заниматься другим совершенно делом, но в детстве, пройдя какие-то музыкальные шаги в академии, это будет только плюс от того, что вырос культурный человек. Предпосылки того, что музыка может стать профессией, есть только у средней, у Деми. Ага. Она такая артистическая натура, да, она уже, по-моему, родилась в шоу-бизнесе. Насколько это станет профессией, непонятно. Ну, пусть занимается, пусть. У нее такое позиционное, правильное, стройное пение. Она поет стройно каждую нотку. С ней над этим не надо работать и объяснять, как петь. У нее природно это все. А мы бабы серые, милый бус по
Но музыкой в большей или мере занимаются все три внучки. Ну вот на сегодняшний день более успешная Дэми. Как будет дальше, я не знаю. А вы не боитесь последствий каких-то вот постоянных обвинений в том, что тащат, значит, свою семью, своих детей на сцену? А куда я тащу? Я не на сцену тащу. Если я возьму в академию, пусть они для общего развития поработают. Мои родственники не принимали, или члены моей семьи, не принимали участие ни в каких конкурсах. Но если Вика снимает клип в свое удовольствие, она выставляет в Инстаграме. Она выходила на сцену «Новой волны», я помню. Это было один раз за 18 лет существования «Новой волны», но мне не могут это забыть. А знаете почему? Почему? Ну, потому что даже взять, если эту историю с Киселевым и высказывание о том, я что... Я не хочу обсуждать фамилию Киселева. Вы можете не обсуждать? Вы меня для этого позвали? Да, ну, это просто одна из тем, которая... Ну, пусть он себя обсуждает. Вы не хотите его затрагивать? Я не хочу, он мне не нужен просто. Еще есть какие вопросы к моим родственникам, которых я толкаю... Нет, я просто начала объяснять, почему, от чего вот так вот люди говорят, потому что есть, например, такие вот и моменты, высказывания, когда вы говорили про то, что семья Киселева захватила русское радио и захватила вот это вот все, и поэтому вам это и вменяют в ответ. Вы согласны с этим? Я-то как раз вижу разницу. Не с тем, что я сказал, вы согласны? В том, что он захватил? Да. Абсолютно. Он и нас закидал судебными исками. Каждый живет по своей совести. Мало того, у каждого своя правда. Но истина есть, и она одна. Тот, кто будет пытаться истину делать, каждый себе истину, это уже вообще не укладывается ни во что. Правда у каждого своя, каждый может объяснить там, почему я так сделал и почему я прав. Вот. Но есть истина. В чем здесь истина? Нет, ты меня сейчас выталкиваешь опять на это, я сейчас наговорю. У меня есть мнение, но я с ним не согласен. Есть вопросы еще? Давай, следующий какой вопрос? Вопрос про детскую новую волну, которая в эти дни пройдет в Крыму. Да. Как удалось, во-первых, потому что я вот накануне читала новости, что в Артеке была вспышка ковида. Ну, естественно, все меры предосторожности будут приняты там. Ну, так уже закрыть все события невозможно. В конце концов, состоялся концерт, посвященный Росатому, когда были все предосторожности, и никто не заболел. И пытаться что-то делать не опасное надо и необходимо. Вы хотите что дождаться? Сказать, что я, используя личные связи, сумел сделать так, что проект состоится? Нет, почему? Я вообще этого не говорила. Я просто обратила внимание на новости накануне. И хочу узнать, какие... Ну, я уже поняла, что там будут какие-то средства безопасности. Будут. Там все это. Но вам самому не было как-то вот страшно туда везти? Мы должны по-любому начинать как-то. И песня года будет. И детская новая волна, начнем с этого проекта. И премия будет национальная. И в следующем году будет новая волна. А потом все повторится сначала. Вот, кстати, про новую волну. Хотела узнать, какого размера потери понесла ваша компания из-за отмены этого фестиваля в этом году? Мне сложно считать потери, но это недостаточно, чтобы обанкротить мою компанию. Эти потери недостаточно. И меня. То есть вы выжили? Да. Хотела тогда спросить, вот все это время пандемия, коронавирус, карантин, как вы себя чувствовали? Каково было психоэмоциональное состояние? Я сидел, сочинял музыку. Я использовал время для того, что то, на что у меня не хватало времени в обычное время, не пандемийское, я использовал это время так. Депрессии не было? У меня нет депрессии. Я могу быть расстроен. Могу быть расстроен от каких-то таких факторов, несправедливых, там все. Но депрессии меня пока миновали в моем преклонном возрасте. Я так поняла, что вас какое-то время назад расстроило высказывание Ксении Собчак, которая упомянула про день рождения вашей сестры, сказав, что там всех перезаражал
коронавирусом Лев Лещенко. Вы очень остро отреагировали. Я не люблю вранье. Там никто не заразился. А Лева Лещенко позвонил мне и сказал, ты знаешь, говорит, я прочитал сообщение Собчак, если бы подтвердилось то, о чем она написала, я просто понял, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Я говорю, Лев, ты что, с ума сошел? Из-за чего? Он говорит, ну у меня в голове это сидит, что я заразил кучу народа. Я говорю, да никто не заражен. Переболел Николаев, который заразился на гастроли где-то, и то непонятно чем там и как. И больше никаких случаев там не было. А то она написала, 30 артистов заразились от Льва Лещенко. И он воспринял это так, что он хотел себе пулю в лоб пускать. Я говорю, Лёва, да забудь ты эту историю. Поэтому это меня подтолкнуло на резкий ответ. Вы не звонили с ней лично, не говорили? Она не извинялась потом? Нет. А о чем говорили? Если бы она узнала, что эта история чуть не превратилась в трагедию, может быть, у нее было... А ей-то что? Она позвонила, как ни в чем не было, Лёве и говорит, Лёва Валерьянович, я хочу вас к себе на эфир пригласить. Я говорю, что ты ей ответил? Он говорит, ну, я сказал, да нет, я не пойду. Вот такими интонациями он говорит, ну, да. Зато юбилей моей сестры прошел при полном освещении всех федеральных каналов, за что я благодарен Ксении Анатольевне. Да, о нем не слышал только ленивый. Да. Я хочу все-таки вернуться к фестивалю «Новая волна», который мы знали, что должен был пройти в Казани. Почему в Казани? Ну, было несколько причин. Во-первых, столетие Татарстана. И не просто столетие Татарстана, а моя личная дружба с президентом Минихановым, с мэром Медшиным. А дружба эта произошла в результате того, что я как продюсер делал и открытие, и закрытие универсиады всемирной, и чемпионата мира по плаванию. В общем, большие какие-то шоу мы делали и сумели сдружиться. И когда стал вопрос такого юбилея Татарстана, то мне захотелось провести так, чтобы это заметно было в эфире. Потому что пока мы были в Юрмале, Юрмала получала бесплатную какую-то сумасшедшую рекламу своего курорта. Я не могу сказать, что мы Сочи помогли с рекламой. Но, тем не менее, нахождение этого проекта в Сочи придал Сочи свой колорит. И в Казани, я думаю, было бы не менее шумно, и вызвал бы интерес и приезд туристов, и телевизионное освещение. А тем более мы придумали там эфир так, чтобы это было со съемками, чтобы Кремль попадал в кадр все время, чтобы... Ну, это было бы интересно там. Но не суждено было в этом году. Это значит, что в следующем «Новая волна» вернется в Сочи? Ну, вероятно. То есть это была просто разовая акция, вы сказали? Да, с большой вероятностью вернется в Сочи. А почему режиссером «Новой волны» вы захотели сделать Сергея Шнурова? Ну, он не единственный режиссер был. Да, и он не хотел называться режиссером, он был и не креативным директором, а он был, как же он, мы пытались называть его должность. Я уже не помню. Ну, Сережа же ведь талантливый человек. Идейным вдохновителем, так скажем. Нет. Ну, а почему именно он? Скандальный человек. Мне нравятся его мозги креативные. Мне нравятся какие-то вещи, которые он делал в «Голосе», находясь. Вот. Потом он сам сказал, где-то мы столкнулись на премии, что ли. Он сказал, а что ты меня нигде не зовешь? У меня столько мыслей и столько идей. И вдруг я на полном лету остановился, ведь карты путать надо. Не из-за того, что там кто-то неталантливый из существующей команды, а надо все равно менять надо, свежая кровь нужна. Как бы ни работал один композитор с одним певцом, что я прошел неоднократно в своих тандемах, в своих творческих союзах с разными певцами, рано или поздно ты начинаешь повторяться, так же, как... Певцы начинают повторяться в каких-то интонациях, исполняя только твою музыку. И смена авторов, смена исполнителей твоей музыки, она необходима. То же самое и здесь. Какие-то идеи, они должны появляться с другими, с приходом других
Ну, не суждено было в этом году Шнуру развернуться творчески. А он уже, вы вот начинали обсуждать? Ну, он, конечно, уже предлагал какие-то, типа, давай уберем всю эту старую гвардию, давай новых там подтянем. Ну, не совсем так, но мысли были на открытие, на закрытие, как изменить коленкорчик, как и поменять какие-то вещи. Да, было. А вы не боитесь вот обидеть тех же самых артистов, которых, например, пришлось бы убрать, которых вы из года в год приглашали на новую волну? У меня есть, если честно, категория артистов, которых я не трону. Вот был какой-то мой юбилейный вечер, не к этому юбилею, к прошлому. Я позвал делать его совсем другого режиссера, с Украины позвал, чтобы изменить вообще все. Mm-hmm. И он сказал, да, я берусь, но никого из старых артистов, которые исполняли ваши хиты, не будет в этом концерте. Я сказал, а как ты это видишь? Но он объяснил, как он это видит. Я сразу не хотел принимать решение, я должен был пережить, переночевать с этой идеей, с этой мыслью. Я переночевал, прожил. Я понял, что это будет не мой концерт. Это будет другой концерт. Я с этими людьми вместе шел. Эти люди мне делали имя. Просто переступить, и вот такая ступень ракеты оторвалась, а вторая рванула дальше. Это буду не я. Ну и сложно уже меняться в моем возрасте. Нет, я принял решение, что это будет по-другому. Да, немножечко сохранившие какие-то традиции, немножко обновившись, немножко замоднившись, но при этом я сумел сохранить свое лицо перед людьми, с которыми я вместе поднимался. Мы можем их назвать? Нет. Нет, потому что это будет обидно. А зачем мне обижать? А если Шнуров, которого вы, например, привлечете в следующем году, опять выйдет с этим предложением, вы опять ответите отказом? Значит, я не приглашу. При всем том, что многие вещи надо менять. Ну, это все равно истина посередине. Можно найти какую-то золотую середину, чтобы и пойти вперед, и не потерять качество, и, ну, в общем, вскарабкаться на елку и кое-что не оцарапать. Вот «Новая волна», она же родила немало суперзвезд, так скажем, да, и Сергея Лазарева, и Ирина Дубцова, и кто там еще был? Гагарина. Гагарина. Билан. Интерс Бусулис. Да. Но в последние года, честно говоря, среди конкурсантов, тех, кто побеждал на конкурсе на этом, таких больших звезд не получилось. Как вы думаете, почему? Во-первых, время такое. Для того, чтобы получилась звезда, во время, когда, в момент, когда звездами становились Лазарев в составе Smash, начав сольную карьеру, или Дима Билан с четвертой позиции на «Новой волне», и, участвуя в Евровидении, стал суперзвездой, или Полина Гагарина, пройдя. Опять, здесь же рассматривается не только «Новая волна». Была «Фабрика звезд», mm-hmm. а потом была «Новая волна». Все в комплексе, а потом «Евровидение». Все в комплексе сработало. Сейчас же многое, то же самое касалось Дубцовой, только без «Евровидения». Сейчас для того, чтобы стала, появилась звезда, вернее, тот момент, когда все они появились. Ну, как появилась Дубцова? Вот она села на моей фабрике на четвертой, и с первой до последней минуты сидела, и все о нем, и о нем, и о нем, и о нем, пока русское радио не крутануло, и песня не стала хитом. А уже, конечно, когда песня становится хитом, тут сам Бог велел, чтобы фамилия стала известной, чтобы люди приходили, покупали билеты и покупали диски. Но сейчас не диски, скачивание. Вот.
На сегодняшний день существуют узконаправленные какие-то корпоративные интересы. У каждой радиостанции свои есть любимчики, нелюбимчики, свои взаимоотношения. Касаются ли они денег, касаются ли они личных взаимоотношений. Ну, не будем в грязь лезть, в каких отношениях, это второй вопрос. Но существуют личные все равно взаимоотношения. Я не могу сказать 100%. Да, есть процент, скажем, 50%, скажем так. Это то, что востребовано и объективно попадает в эфир. И от одной радиостанции в другую, и это все получается. При всем том, что радиоигра на сегодняшний день не главенствующий фактор в раскрутке. Вообще не главенствующий. И слава Богу. И слава Богу. Потому что поставить песню на ротацию на радиостанциях, это было сродни войсковой операции. Вот. И я не раз проходил и сталкивался сам воочию с этим. Причем мне интересно было. Так касалось, например, песни «Папа-мама». Вот я сочинил песню «Папа-мама». Мне показалось, что хит потенциальный. Отдал я петь А-студио. Казалось бы, тоже коллектив, от которого хиты идут в народ. А потом я столкнулся с рутиной, как эта песня становилась в эфир. Тогда в управлении стоял Кожевников. Было не лучше, чем сейчас, но мне самому интересно было. Вот я, Игорь Крутой, я не с улицы, у меня есть какое-то имя, я написал песню. Вот как мне, что мне надо пройти и какие муки пройти аду, чтобы песня стала на эфир. Я вот прошел, мне интересно было. Занимался этим 7 месяцев, пока она не стала одной на эфир. Одной песней? А? Одной песней. Одной песней. Вот мне интересно было. А вы было. Это сам делали или через каких-то помощников? Сам. То есть сам просить пришлось или что? Ну, как просить? Я предлагал песню на эфир. А мне рассказывали, почему она не может быть на эфире. Мне предлагали менять аранжировки, мне предлагали, там, бог знает, что делать, там, вступление менять. Игорю Крутому предлагали. Да. Вот прям вот а я теперь представил себе, вот приходит молодой парень, и, ну, хорошо, если бесталанный, и с ним такое делают. А если талантливый парень придет, или девушка, принесет свой материал, его будут проходить вот эти круги адовые, отбивший себе желание заниматься этим, и потерпевший такое фиаско в жизни, который может потом не вернуть и отбить охоту вообще заниматься музыкой. Но мне интересно было, я прошел это. К счастью, к моему, мои песни раскручивались без радиоигры. Мне не крутилась «Любовь, похожая на сон», «Мой друг», «Шарманка», «Я люблю тебя до слез». Они не крутились на радио. Они стали попадать на радио только из стола заказов. Я люблю тебя до слез. Надо, значит, стараться писать такие песни, которые раскручивают. Тогда была одна программа «Утренняя почта» или как там? Нет, это уже не так. Где показывали клипы, на следующий день вся страна знала эту песню. Нет, это коснулось моей Мадонны. И то не «Утренняя почта», а программа «До и после полуночи». Вот, когда на утро песня стала популярной, известной, и Серов стал человек, который стал собирать стадионы. Но лишь коснулась стекла рукой, и тут же тает поплавой Мадонна. Так, конечно, все равно радиоигра играла свою роль. На сегодняшний день эта роль намного уменьшилась, и слава Богу. Вон в Голландии вообще FM-частоты умерли, и слава Богу. Но вот вы упомянули, что им тяжело, да, молодым талантам, которых открывает уже конкурс «Новая волна». Нет, но мы ушли от темы, почему лауреаты «Новой волны» и участники перестали раскручиваться. Могу привести пример. Да. 2 года назад у вас в конкурсе участвовала победительница «Голоса» Даша Антонюк. Талантливая очень певица, которой вы даже помогали. Я видела потом в репортаже, вас даже называли продюсером этой девушкой. Где сейчас Даша Антонюк? С Дашей Антонюк... Вопрос непростой. Все-таки
Во-первых, ее тянула больше актерская профессия и направленность актерская. Во-вторых, Даша при всем таланте не очень дисциплинирована. Я не имею в виду какое-то солдафонство и там козыряние. У нее продюсер Леня Агутин был. И там другие, она тяжело управляемая продюсером. Да, она свободолюбивая, но она все равно она будет сама заниматься собой. И только она знает, что ей надо делать. Я уважаю ее мнение, и пусть дальше будет так, как она себе наметила. Ну, просто она исчезла отовсюду. Ну, наверное, в этом и есть причина. Ну, это ее решение. А вы готовы вот, помогать артисту и какому-то таланту только при условии, что вот полностью слушать вас? Нет. Нет. Ну, у меня, я прошел продюсерские взаимоотношения вот Саши Серова, Иры Аллегровой, там, дискотеки «Аварии», Лени Агутина, ну, многие, Андрюши Губина, ну, много. Но это не давлело никогда, солдафонства никогда не было. Был взаимоуважаемый какой-то паритет творческий, поиск того или иного материала. И с тем же Димашем там на территории СНГ никакого нет давления меня и возвышения над ситуацией. Этого ничего нет, потому что мой подход можно только в уважении, в любви и в профессионализме найти те точки, в результате чего певец доверится, станет популярным. Конечно, хочется, чтобы взаимоотношения были взаимоуважаемые между продюсером и исполнителем. Я контракты никогда ни с кем не подписывал. Как это? У меня нет ни одного контракта с исполнителем. А почему? А я не хотел. Я не собирался зарабатывать на этом. Первая копейка, которую я получу с артиста, они будут считать, что они меня кормят. Ага. Мне это надо? Мне это не надо. Творчески мне это интересно, но зарабатывать на этом я не собирался. А ради чего тогда ими заниматься? Ну, есть такая профессия, композитор, продюсер. Она очень интересная. Но строить свое благосостояние на таких проектах я не хотел никогда. Что за история была с Димашем? Потому что были новости о том, что он от вас, значит, ушел к какому-то корейскому продюсеру, что-то там происходило, какой-то был скандал. Никакого скандала не было. Человек, которого вы все знаете, заказал кучу статей, что у меня с ним взаимоотношения личные взаимоотношения на сексуальной почве. Вот меня можно обвинить во всем. В наркомании, в алкоголизме, но не в этом. Писать, и вся моя жизнь, роман. И вся моя жизнь яркий пример тому, что не это. Но для людей, которые пользуются грязью, и чтобы только запачкать, святого же ничего нет. Поэтому, а моя привычка не отвечать грязью на грязь позволила какое-то время в Инстаграме крутиться всей этой чуши. Ну, уже когда я в Инстаграме выставил свою боксерскую тренировку. И спросил, как вы считаете, кого я представляю, когда это делаю? Ну, часть людей поняли, о ком речь идет. И написали в комментариях. Да. Мы найдем этот пост. Ищите. Чтобы хотя бы так прозвучало. Ищите. И тогда все успокоилось. А так, конечно, многочисленная армия поклонников Димаша, они замерли, это же противно. При всем том, что шоу-бизнес грязный, есть какие-то буйки, за которые нельзя заплывать. Здесь же был заплыв такой. Какой мощный заплыв. Игорь Яковлевич, а за какие буйки заплыли и Мина Галаров, и Макс Фадеев? Что вы с ними не общаетесь уже 5 лет? И не буду общаться. Что ж там такого страшного произошло? Я знаю только со слов Пригожина, что была некая встреча, где вы обсуждали создание российской национальной премии. Кому это было выгодно?
Ну, в том числе Кожевникову. Сергею Кожевникову, а который на тот момент... А что он тогда был директором русского радио? Владел русским радио. Так же, как и мы пострадали из-за него в ситуации, когда весь шоу-бизнес собрался, и мы стали защищать как бы Кожевникова, а пострадали половина артистов. Из этой встречи ушли Макс Фадеев и Мина Галаров, потому что им не понравилось ваше видение. Это вранье. Расскажите, как было на самом деле, чтобы прекратились эти истории в разных интерпретациях? Был на самом деле сбор музыкантов и продюсеров, когда русская медиагруппа была отдана Киселеву, потому что все напряглись и стали думать, что делать, что есть опасность для артистов, для продюсеров. И я предложил всем, хотите, я поеду к Гуцериеву, у которого есть частоты, и одну из частот, чтобы он отдал на нас всех часть. И мы построим себе свою станцию, на которой объективно будет раскручиваться, никакой боязни и страха не будет. Все сказали, гениально. Я всех повез к Михаилу Гуцериеву, который тут же дал добро на то, что он одну из станций отдает под всех. Все, туда входил и Эмин, и Макс Фадеев. Мы встречались, обговаривали, как это будет работать. Потом Гуцериев сказал, нам надо будет сделать премию типа золотого граммофона. Mm-hmm. Я говорю, а зачем нам делать премию узконаправленную одной радиостанции? Давайте сделаем национальную премию. Сделаем академиков, состав академиков, которые будут, чтобы это была профессиональная премия. Они все сказали, ой, гениально. Я пошел на «Россию-1» и договорился о том, что это будет в прайм-тайме, что это... Через месяц мы проводим премию, а через неделю будет эфир этого. Вот. И я уехал. Моя старшая дочь рожала. Я улетел. Но за это время они все собрались. И Фадеев первый произнес вопрос. А почему он решает, на каком канале будет премия? Я. Он что, пахан? Я как бы шел от имени всех, используя мнение всех. При этом Эмин Агаваров сказал, что я взял $1.5 миллиона с Гуцериева, что было совершенным враньем на организацию премии. Это было совершенным враньем, чтобы меня опорочить просто в мое отсутствие, когда я не мог ответить. Я после этого позвонил Эмину. Сказал, Эмин, а с чего ты взял, что я взял $1.5 миллиона? Ну, мне сказали. Я говорю, так ты скажи, кто сказал. Очная ставка, и мы придем тогда к правдивой ситуации. Но я не скажу. Я говорю, ну, если ты не скажешь, то мы не сможем общаться. Потому что я, в отличие от других, забочусь о... Ну, не скажу об имидже, но о репутации беспокоюсь, о своей. Давай мы завтра перезвонимся, а ты подумай, кто тебе это сказал. Не поленился, набрал на следующий день и сказал, я не скажу. Я говорю, ну, если ты не скажешь, мы не сможем находиться с тобой в одном проекте с Гуцериевым. Но при этом я сказал, я не останусь в нем. Оставайтесь сами. Я набрал Гуцериева и сказал, Михаил Сафарбекович, вот прошу тебя понять, но я не смогу быть в этом проекте. Я не буду рядом с ними. Как отреагировал Гуцериев? Ну, он начал говорить, но ты не можешь это... Я говорю, ну я решил уже, Миш, я тебя прошу, я решу. Вот, он говорит, ну хорошо, я принял твою точку зрения. А через неделю он позвал меня к себе и сказал, ты знаешь, ты предал не только мою дружбу, ты мою любовь к себе предал. То, что я к тебе чувствовал, ты предал. Я из-за тебя пошел на все это. Я отдал эту чистоту. Я из-за тебя пошел на все это, чтобы ты был рядом со мной. А ты ушел и оставил меня один на один с людьми, которые там о тебе что-то наговорили. Там. Это неправильно. Я сказал, ты прав. Я останусь. Он говорит, я не хочу, чтобы они были в этом проекте, а ты в нем будешь. Но он хозяин этой ситуации. Его решение было таково. Кстати, когда мы все собирались, у многих был вопрос, что Эмин будет делать в этой компании. Прежде всего, у Максима Фадеева. На что я говорил, ну, он хозяин Крокус-Сити, мы найдем там ему, он парень, который рос на моих глазах, и талантливый парень, и почему мы его должны выбрасывать?
такие вопросы возникали у Фадеева, чего он будет делать. Потом вдруг они скооперировались против меня. Самое важное – общий враг. Окей, я выдержу. А все остальное, что придумалось обо мне и то, что писалось, я ни разу нигде не выступил. Ни о Фадееве, ни об имени я нигде ничего не сказал. А то, что они придумали, там, что я кому-то должен денег, нет такого человека, которому я должен денег. Нету. При этом я подошел к директору Крокус-Сити и сказал, если я что-то должен, давайте я отдам, просто чтобы мое имя не полоскалось в прессе. На что он сказал, да ничего не должны. Вот такая ситуация. Вам интересно было, я рассказал? Да, мне было интересно. Мне еще интересно то, почему все-таки в нашем бизнесе все никак не могут договориться. Даже если взять эту идею о каком-то профсоюзе, какой-то организации... Которая... Это невозможно. А почему? В чем причина? Причина в том, что бизнеса-то в этом нет. Есть парад амбиций. Бизнеса нет. Если был бы бизнес упорядоченный, такой, как на Западе, тогда все бы понимали, что в результате каких-то контрактов этот человек получает здесь столько-то, отдает сюда столько-то, авторам столько-то, за текст одной песни, которая входит в альбом, столько-то, за количество скачиваний столько-то. И там работает уже экономическая ситуация, которая давлеет. Мало того, юридически ты в шаг вправо-влево, это все карается. Да все карается, это суды, это... У нас законодательство несовершенно в этом плане. Вот. И договориться, когда нет объективной самооценки, крайне сложно. Там, например, в какой-то концерт зовут, я боюсь все время, кого-то зовут, а кого-то не зовут. Но тот, кого не зовут, он считает, что он не менее талантливее того, кого зовут. Ну и начинаются поиски виноватых, начинаются поиски, какие механизмы работают. А если еще продюсеры, которые женаты на своих исполнительницах, это отдельная каста, это отдельно, почему у этой исполнительницы муж такое сделал, а ты не можешь для меня сделать, это другое. Потому что здесь все вот так. Здесь все так и не юридически основываясь. Мало того, во многом работает не объективный фактор. Во многом работают личные связи. Кто-то может ходить наверх, кто-то не может ходить наверх. Кто-то может организовывать звонки, даже на каналы. Кто-то не может это делать. В конце концов, кто-то спит с певицами, кто-то не спит с певицами. И певицы, с кем спят, сильные мира сего, имеют преимущество. И это понятно ведь. Так получается вообще модель... Сейчас вы захотите, кто с кем спит, да? Нет, получается модель вообще нашего шоу-бизнеса, в принципе, это напоминает модели всего, что происходит у нас в стране, нашего государства. В этом, наверное, причина. Ну, вы же не можете рассматривать шоу-бизнес, так как вы начали в какой-то момент рассматривать пандемию в шоу-бизнесе, отдельно от пандемии во всей стране. Нет, это коснулось. Это коснулось так же, как и других областей. Другое дело, что настолько несовершенна была наша область и наш мир музыкальный, что он вообще рухнул. Если другие области как-то в чем-то благодаря помощи государства, в чем-то благодаря тому, что кто-то пытался спасти наработанные какие-то вещи, человеческий фактор спасти, там, какими-то, что-то продолжало и оставалось существовать, наш мир рухнул. И это объективный фактор. Наверное, он вернется с возвращением покупательской способности. Mm-hmm. Вот когда вернется такая ситуация, что люди пойдут покупать вещи, вообще покупательская способность в широком смысле. Наверное, когда она вернется и интерес. Хотя сложно говорить, слушай, петь надо было при любой власти, при любых строях и... Я конечно, не понимаю. Когда были войны, как раз таки. Да, и войны были. Я не исключаю, что вдруг это рванет и моментально восстановится. Здесь нет никаких законов, потом мы таких вещей не проходили, у нас нет опыта. Вопрос у меня про вашу семью.
у вас она большая, родились внучки, вы счастливый дедушка, я так понимаю. Единственное, я видела сообщение о том, что ваша дочка Виктория разошлась с мужем. Нет, это неправда. Это неправда? Неправда. Расскажите, откуда это взялось или это... Ну, откуда берется все? Тоже заказ? Или... Да нет, просто... Ну, прессе неинтересно же писать. Какой альбом сочинил, какую песню написал, кто сколько собрал. Ну, интересно копаться во всем этом. Нет, они не разошлись. Мало того, 13 октября она сюда прилетает, и он ее встречает. Шероховатости могут быть в любой семье. Но это не значит, что существует развод. Они муж и жена. Ваша младшая дочь, она закончила, я так понимаю, школу? Нет. Нет еще, учится в последних классах. Она перешла в 12. Она уже выбрала профессию, кем она собирается быть? Но она учится в Америке, это не секрет для вас, да? Нет. Но поступив в колледж, она будет понимать, там все-таки первые курсы, это общее идет обучение, а там уже конкретные специализации потом в рамках учебы. Поэтому сказать сейчас, она ничего не может мне ответить на этот вопрос, я ей задаю периодически этот вопрос, она ничего конкретно не может мне ответить. И я надеюсь, что по мере учебы в колледже, в университете, у нее появится интерес и проснется какое-то направление, которое вызывает у нее интерес и то, чем она захочет сделать в своей профессии. Правда ли то, что вы настолько о ней заботитесь и контролируете ее жизнь, что вы даже прилетали в Нью-Йорк, когда она вам сказала, что у нее есть бойфренд, и вы прилетали с ним пообщаться, познакомиться, и в итоге чем все закончилось? Нет, они расстались, и... Ну, я не думаю, что я оригинален тем, что там я волнуюсь на эту тему. Он вам не понравился, видимо? Не, ну почему? Ну, есть, была первая влюбленность, я просто... Несколько перепуганный, что не может быть необычностью. Да, она младшая дочка, да, я за нее переживаю. И у нас с ней действительно пуповина, которую невозможно разрезать. И она к моему юбилею, она написала к моему 65-летию, она написала бумагу поздравительную, где она написала 65 причин, почему она меня любит. Вот. Ну, это интересное видение 17-летней девчонки к своему отцу. Для меня читать эту бумагу было до слез просто. И я понимаю, насколько мы близки, и насколько мы 5 раз в день мы на связи. И каждая история, и каждый момент ее жизни – она тут же набирает и советуется, и... Ну, Саша моя, мой человек. А какой из этих пунктов вас больше всего тронул? Ну, мне сложно, там все 65 тронули. Ну, одно из которых она написала... Я знаю, что мы никогда не предадим друг друга. А второе она написала... Ты самое любимое мое создание в этом мире. Третье она написала. Я часто целую трубку, из которой слышу твой голос. Ну как можно спокойно читать такие? Вот она сидела до 7 утра в канун юбилея и писала то, что она чувствует по отношению ко мне. А не было желания, вот как у Яны Рудковской, разобраться с теми, кто написал в свое время о том, что она больна? А Яна разобралась? Вот разбирается. Уголовное дело собирается заводить. Я никогда не отвечал, еще раз говорю, грязью на грязь. Против меня было много заказных статей, но я никогда не отвечал. И для меня была наука, такая история, когда-то совершенно секретно газета заказала статью против Кобзона. Но они Кобзона смешали просто с дерьмом. Они писали... Такое просто по беспределу. Причем так, прямо статья за статьей.
И Иосиф подал на них в суд. Судебное заседание шло около года. Весь год газета продолжала его уничтожать. Потом суд признал то, что газета не права, и потребовал своим решением просить прощения, газета должна была попросить прощения у Кобзона. Вот они извинились вот такими маленькими буквами, но весь год они его уничтожали. Ну чего он добился? Он сам говорил мне, ну чего я добился, я не понимаю. То есть, ну, по-вашему, бесполезно реагировать? Это бесполезно реагировать, потому что... А вы поддерживаете вот эту инициативу, которую Янин сын Гном Гномыч заявил, обратился к Путину, чтобы издали закон о том, чтобы нельзя было писать о несовершеннолетних детях без разрешения родителей? Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей. Ну, я не хочу его так называть. Да, он все-таки мальчик со своим именем. Но там семья. В этой семье существуют свои законы, свои понятия, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Но они ведут и родители, и ребенок. В каждой семье есть свои законы и свои понятия, как себя вести в той или иной ситуации. Но я не буду обращаться к президенту нашей страны по таким вопросам. И мой ребенок тоже не будет обращаться. В Инстаграме вашей дочери Виктории меня заинтересовал один снимок. Прошлым летом она опубликовала поздравление ваше с днем рождения. Мы поздравляем нашего папу с днем рождения на фотографиях. Она, Николай, Саша и еще один молодой человек. Кто он? Человек. Ну, это ваш сын, я так понимаю. Человек. Вы не хотите про это говорить? Это ваш секрет. Ну, как хотя бы зовут его? Хорошо, это ваша позиция не говорить об этом? О вашей личной жизни? Еще какие у вас вопросы? А что сейчас происходит в творческой жизни Игоря Крутого? Какие новые песни, дуэты? Ну, во-первых, я, совершенно не ставя в планы делать сольную карьеру, сам записал песню «Ветка каштана». Ветка каштана, гости нежданной, снова в окошко мое постучи. Которую выставил на своем инстаграме, которая крутится на радиостанциях, которые захотели взять эту песню, не насилуя и не упрашивая никакие станции. Вот, она живет какой-то своей жизнью, при всем том, что мой вокал далек от совершенства, и я не вокалист. Но я пошел дальше этого. Я написал вторую песню, написал ее для Аллегровой. Ага. Друг ей раззвонит и говорит, слушай, а давай ее споем вдвоем. И сделаем такой мостик между незаконченным романом и столиком на двоих, и новой песней. Вот новая песня получилась на стихи Леонида Дербенева, который очень давно отдал мне эти стихи. Но оказывается, существовала уже песня в исполнении Маши Распутиной на эти же стихи. А я только сейчас созрел к этой песне. Я сделал ее, и мы с Ирой записали дуэт. Может, не все потеряно, может, не все утрачено, может быть, зря не верю я, может, напрасно плачу я. При всем том, что Ира не выезжала из дома уже полгода. Она сидела и дрожала от этой пандемии. И для нее выезд в студию для записи этой песни, а тем более на съемки клипа, был равносильно Курской дуге. Ну, это что-то подобное было. То, что она сама признала. Но мы отсняли клип, мы записали песню. Я думаю, в районе 12 октября будет премьера этого клипа. Вы оцените, насколько это... Обязательно. С свойственной вам строгостью и справедливостью. У меня еще такой небольшой вдогонку вопрос. А до сих пор вы отвечаете на вопросы, был ли у вас роман? Нет, ну это уже смешно. Ира нашла свой ответ. Какой? Сейчас я уже не помню. А, ну у нас он приблизительно схож был. Я отвечал так, что для того, чтобы писать для любого исполнителя музыкальный материал, в этот момент надо быть отчасти влюбленным в него. Uh-huh.
Вот. Ну, Ира что-то подобное тоже говорила, что надо любить автора, с которым работаешь в данный момент. А тем более у нас получилось, что мы с Ирой знакомы. Господи, сколько же мы знакомы. Мы знакомы ориентировочно с 77-го года. Сколько это? 43. Да? 43 года. Да, мы работали в группе в одной, и вдруг появился муж Аллегровой, который когда-то работал в этой группе, ага, и предложил нам переехать в Москву. Трудовые книжки будут в Башкирии, а база у нас будет в гостинице «Балчук», где сейчас «Балчук», да. И нас поселили в 10-местном номере на последнем этаже, и у нас единственное преимущество этого номера было то, что на вопрос, который час, мы смотрели на куранты и отвечали, сколько времени, да. И все остальное он представил нам вначале продюсера, который пришел такого маленького роста, и он сказал: «Будет вам радио, будет телевидение, вы только пойте». И захрюкал. Да. Вот это была первая встреча. А вторая встреча — Володя Блехер привел свою жену Ирочку Аллегрову, которая своими длиннющими ресницами моргнула и стала солисткой этой группы. Вот вы даже рассказываете о ней с такой любовью. Ну да, но я люблю своих друзей. А основной достопримечательностью и как бы пиаром было то, что в этой группе работал родной брат Сони Ротару, Женя. Ага. Вот. Поэтому на наших афишах писалось: солист маленькими буквами Евгений и огромными Ротару. И народ приходил на выступление. Приходили на Ротару, да, выходил Евгений. Да, ну ничего страшного. Про вашего друга Александра Серова. Наблюдая за тем, что сейчас вот происходит. Про эти бесконечные шоу. Вчера он стал дедушкой. Вот я читала как раз, но до этого там масса было всяких выяснений, походы по ток-шоу, его каких-то любовниц. Вы за этим, за всем наблюдая. Вот не было мысли с ним как-то поговорить, и чтобы это все прекратилось, чтобы... Не, если честно, он спросил моего мнения, идти ему на первый эфир, ага, или нет. Это касалось программы «Секрет на миллион». Я сказал: «Саш, не иди». «А почему?» Я говорю: «Ну, они тебя поймают, при всей любви к Лере, они тебя поймают на какой-то мелочи, потом раздуют из этого. Это телевидение. Им нужен рейтинг». Он сказал: «Ну, ты же ходил». А действительно, программа «Секрет на миллион» началась с меня. Я смотрела ее как раз накануне нашего, да, интервью. Я говорю: «Саш, ну, какие-то вещи они относительно меня не допустят». Вот. А здесь они уже, может быть, они первую программу и сделали так, чтобы она не совсем желтая была, но весь их рейтинг и весь успех держится на желтизне, поэтому где-то они тебя спровоцируют: «Не ходи». Он выслушал и пошел. Ну, а когда он уже пошел, тут уж появился Андрей Малахов, тут же появился и Первый канал, и они стали его таскать, а тем более, когда он уже отвечал так, что... А вот эта женщина, Малахов, говорит, утверждает, что у нее ребенок от вас. Он говорит: «Саня, ну, это была проходная женщина в моей жизни». Ну, Малахов со свойственной ему интеллигентностью говорит: «Ну и сколько раз вы ее проходили?» Да. Что Саня, глубокомысленно задумавшись, ответил: «Ну, помню один раз на постели у Крутого, и тут я понял, что я становлюсь участником этих событий, что меня не привело в восторг». Но там еще оказалась другая ситуация, что он подписал эксклюзивность с НТВ и получил какие-то деньги, а за счет того, что он пошел на первый и на второй, ему приходилось штрафные платить. В итоге Саня, изморавшись во всем этом, а телевидение умеет подставить, чего греха таить, еще оказался должным. Вот, ага, весь его бизнес-проект. Потому что он не выполнил контракт. Да, наверное, в первое время это отпугнуло народ, и это было достаточно горько и несправедливо, потому что он все-таки гениальный певец, и до сих пор голос его звучит здорово. Но стало все как-то на свои места, стало. Свою личную жизнь
нельзя пускать. Ну, я уж это поняла. Потому что я у вас спросила. Не по мне, нет. Не по мне, у меня. Это ваша позиция просто. Да, я моя позиция, что в личную жизнь пускать средства массовой информации и для того, чтобы копались... Понятно, что у каждого в шкафу есть свои скелеты. Ну, это понятно. Но насколько можно впускать туда, чтобы это стало достоянием? А народ любит жить и обсуждать жизнь известных людей. Насколько это правильно? Я считаю, что неправильно. Певец должен петь, композитор должен сочинять, народ должен работать и слушать песни. Хороший, красивый финал. У меня в гостях сегодня был Игорь Крутой. Да ладно. Я сама себе не поверила, когда вы зашли в эту студию. Спасибо вам огромное, что уделили время. Очень много я узнала интересного впервые. Спасибо за приглашение. Надеюсь, у вас будет рейтинг. Я так понимаю, вы зависите от рекламы, от рейтингов. Да не то чтобы. От контента в первую очередь. От контента? Да. Вы считаете, контент удался? Да, я считаю. Неплохо. Смотрите канал «Супер». Ставьте свои лайки, комментируйте, я их прочитаю и обязательно отвечу. Я на какую камеру? На ту? Нет, вы смотрите на меня. На эту камеру. Предварительного заключения.